Главным украшением города Тутаева является Воскресенский собор. В него мы сейчас отправляемся. А пойдем мы туда по улице Луначарского. На ней еще сохранились постройки прошлых лет. Некоторые из них – памятники архитектуры. Не все еще застроено безвкусными новоделами. Народные умельцы умели строить и умели украшать свои дома резными кружевами. И в Тутаеве еще есть образцы деревянного зодчества. А в этой чайной можно пообедать. Цены здесь демократичные, а еда вкусная. А вот и главный храм города – Воскресенский собор. Построен он на Борисоглебской стороне. Город до 1918 года назывался Романово-Борисоглебск. Собор построен в традициях Ярославского храмового зодчества и впечатляет своими размерами и убранством, как внутренним, так и внешним. Строился он с 1652 года по 1675 год. В ансамбль Воскресенского собора входят шатровая колокольня, вторая половина 17 века, святые врата, последняя четверть 17 века, ограда, середина 19 века, надпрестольный столб-памятник 19 века, сторожка, построена в 1910 году. Колокольня и святые врата находятся с южной стороны храма. Они были ориентированы на главную улицу Борисоглебской слободы. По той же причине южный фасад является самым нарядным и украшен богаче. В наружном декоре храма использованы терракотовые и муравленные изразцы. Шатровая, отдельно стоящая колокольня до конца XIX века имела не только древние колокола, но и большие башенные часы с боем. В старые времена борисоглебцы проходили на территорию собора через трехъярусные святые врата и поднимались в летний храм по южному крыльцу. На месте последнего деревянного храма с северной стороны собора за оградой стоит надпрестольный столб-памятник. В 1910 году в ограде собора была построена каменная одноэтажная сторожка, в которой в трудные советские годы был кров для духовенства и монашествующих. Первый же храм Борисоглебской слободы был построен монахами в 1238 году в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Во времена Иоанна Грозного здесь возвышалась двухэтажная церковь, брусчатая с пятью куполами. По преданию, вплоть до 17 века в Слободе имелась монашеская обитель. В 1652 году на месте будущего собора борисоглебцы поставили каменный одноэтажный шатровый храм в честь иконы Божьей Матери Адигитрия. В 1670 году по благословению ростовского митрополита Ионы Сысоевича шатры разобрали и возвели на сводах Борисоглебского храма холодную церковь в честь Воскресения Христова. Родителями грандиозного строительства были земской староста Микита Молодушкин, сотоварищи, да мирские люди Захар Кузьмин, сын Котлованов,
Корнил да Матфей Федоровы, дети Седуновы и все Борисоглебской слободы крестьяне. Главный престол холодного верхнего храма Воскресенский осветили в 1675 году. Храм с трех сторон окружают двухъярусные галереи. В летнюю церковь ведут два крыльца – южное и западное. Стенопись галереи летнего храма Воскресенского собора посвящена в основном ветхозаветным событиям. На ее сводах последовательно представлены сюжеты первой книги Моисея «Бытие», начиная с дней творения до истории Иосифа Прекрасного. На стенах, в проемах и люнетах окон изображены избранные библейские сюжеты о духовных подвигах святых, композиции на тексты псалмов и молитв. Кроме того, в росписи включены живописные циклы к историко-литературным произведениям «Крещение Руси», «Повесть о новгородском белом клобуке», «Повесть о явлении Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы». В северо-восточной части летнего храма находится чудотворная икона Спаса Всемилостивого. По преданию, написан святым Дионисием Глушицким в конце XV века. Изначально являлся небом деревянного храма Бориса и Глеба. По завершению строительства каменного храма икону перенесли в летнюю Воскресенскую церковь. В 1749 году по указу святителя Арсения Мацеевича образ был вывезен в Ростов Великий. Только в 1793 году борисоглебцам позволили вернуть святыню в собор. С великой радостью они несли ее из Ростова на руках и перед слободой остановились на речке Ковать. Там, где поставили икону, забил ключ чистой родниковой воды, существующей поныне. С той поры у святого образа стали совершаться чудеса исцелений от физических и духовных болезней. На пожертвование благородных прихожан и паломников образ был украшен серебряно-золоченым венцом и ризой, а они конфискованы коммунистами в 1923 году. По древней традиции под образом Спаса принято проползать на коленях через специально устроенный лаз, обычно трижды. С иконой Спаса Всемилостивого совершается ежегодно два крестных хода по городу. Крестные ходы проходят по Борисоглебской стороне в 10-е воскресенье по Пасхе, это престольный праздник Воскресенского собора, а по Романовской стороне – воскресенье перед празднованием памяти пророка Ильи. Ежедневно после божественной литургии перед иконой Спасителя служит молебен, а зимняя церковь летом закрыта. Воскресенский собор никогда не закрывался. В нем сохранились все святыни. В 1930-е, это самые трагические годы, община собора насчитывала около 1500 человек. Все служившее до Отечественной войны духовенство и активные члены приходского совета пострадали во времена сталинских репрессий. И многие погибли в лагерях или ссылках. Thank you.